Раз я хочу показать вам, как правильно установить косу. Ну, на данный момент это не та коса, что я клепал, а другая. Я пока ее как бы... Вот. Вот, допустим, вот косе такой, да? Вот это такая специальная дощечка. Я вам покажу, как надо ей точить. Вот смотрите, берем косу. Надо, чтобы, допустим, все было нормально сделано. Сама коса, все такое. Сам черенок косы. Вот, допустим, вставляем клинка, подбиваем немножко ее. Так, потом берем веревочку. Вот. И, допустим, чтобы правильно косу установить, правильный угол в соотношении этого и этого носика. Берем веревочку. Некоторые берут, меряют отсюда. Но это неправильно. Надо мерить отсюда. Вот. И, допустим, второй конец веревочки ставим вот сюда, где эта ручка сама. И ведем к низу. Раз, вот. Должен носик сойтись вот тут, о, видите? Видите, немножко как бы он вниз, да? Вниз. Но, в принципе, чуть-чуть вниз можно оставить, чуть-чуть. Потому что, когда косишь, а коса как бы отгибается. Ну, но можно даже подбить вверх. Вот немножко, допустим, взять вот здесь, о, да? И вот сюда, о, немножко, о. Сюда, вот так сюда стукнуть, да? Коса отойдет вверх чуть-чуть. Сейчас опять мы смотрим. Оп. О, все точно у нас сошлось. Все, после этого берем и забиваем клинок покрепче. Все. Допустим, коса отрегулирована. Дальше показываю. Вот такая дощечка делается специальная. Ментушка. Да, как-то называли раньше ментушка. Здесь, допустим, где мы на каменичные приживаем, называют метенька. Кто как называет? Ну, ее можно как бы посыпать мелким песком в воду. Она делается и такой из рыхлой древесины, дуба такого рыхлого там. Ну, можно из ясеня, только чтобы как бы не сильно молодой был, чтобы был помягче немножко. Чтобы немножко камешки влезали туда. Я в последнее время мажу ее, что такое есть для обработки кузового автомобиля, называется пушечное сало. Я беру, промазываю этим пушечным салом и потом посыпаю эту дощечку и ей как бы точу. Вот так берешь, руку ставишь сюда, дощечкой, потом вот так. Ну это после того, когда ты бруском подточил, брусочком, можно отвести еще вот этим. Вот. Только не надо сильно загибать вот так. И не вот так, а вот именно вот так, чтобы вот так шло, коса шла. Дощечка шла вот так. Типа почти под прямым, под параллельно самой косы. О, вот так. Я показываю вот так. Вот так. Эта сторона шла сюдой, а и немножко цепляла вот эту сторону. А здесь вот так, вот так, щелочка такая должна быть. Все, пауза. Саша, а что у вас вот это такое интересное? Ну, это так для... Это летний душ. Ой, а можно посмотреть? Ну, посмотрите, если есть желание. Там ничего такого особенного нету, просто так, на лето душ. Как красиво сделано. Тут дождик? Да, там дождик. А вот. Ну, Саша, у тебя золотые руки.